Эта женщина стоит на самом краю скалы. Что случилось? Ты кто? Что надо? Не подходи, а то спрыгну. И не пытайся меня переубедить. Тише. Отсюда долго лететь, даже мне. Это не важно. Мне уже все равно. Мой муж погиб от укуса скорпиона, мне больше незачем жить. Ты можешь отыскать этого скорпиона и убить его, например. Ты что, специально издеваешься надо мной? Смех даже горький лучше смерти. Эй, может, все-таки отойдешь от края, а? Поговорим. Я не знаю, что сказать. Расскажи о муже. Мы приходили сюда смотреть на цапель. Они свили гнездо на этом дереве. Цапли приносили птенцам рыбу. А мы мечтали о своих детях. Ты грустишь, потому что у вас их не было? Не умеешь ты утешать, Миджай. Так мне лучше точно не станет. Да я и не пытаюсь тебя утешить. Придет завтра, потом новый день. Нужно просто жить. Я верю тебе, но мне кажется, я не справлюсь. Я кое-что тебе покажу. Сейчас вернусь. Эй, только не прыгай. Где-то рядом были цапли. Около дерева. То, что мне нужно. Отдам перо девушке. Это тебе. Перо цапли? Зачем? Сиванские обычаи. Перья для нас важны. После смерти Анубис положит на весы перо Маат, а на другую чашу наши сердца. Твое, мое, наших близких. Вот значит как. Перо для моей загробной жизни. Твой муж встретит тебя в полях Иалу, когда придет время. Но лучше не торопиться туда. Он бы хотел, чтобы ты жила счастливо. Да, ты прав. Верно. Спасибо, это ценный подарок. Лучше покажи мне, как отсюда спуститься. Ладно, Миджай, твоя взяла. Идем. Прости. Думаешь, я легкомысленная? Поверь мне, нет. Я знаю, каково это. Поэтому ты знал, что сказать, да? У тебя тоже кто-то погиб? Многие потеряли любимых при Птолемее. Боль пройдет. Станет легче. Но ты не будешь прежней. Да, это я понимаю. Как тебя зовут? Я Туа. Я не здешняя. Родом из Крокодилополиса. Я Баек, из Сивы. Что ты делаешь в Сакнапае с Несосе? Ты сиванец? Сразу видно. Такой добрый, как и весь ваш народ. Я не хотела всю жизнь ткать и шить для своего отца. И вот, я встретила мужа и сбежала с ним. Здесь мы были счастливы, хоть и не богаты. Ты можешь вернуться к семье. Они ждут. Ты снова будешь счастлива. Я не смогу снова ткать ковры. А отец, наверное, он не захочет меня видеть. Немногие отцы откажутся принять потерянных. Леопард! Баек! Назад. Ха-ха!
Дуа, Себик, мы чуть не погибли. Ты ранена? Нет, но я так испугалась. Когда смерть совсем близко, умирать не хочется. Видно, я все же хочу жить. Ха, так все-таки хочешь? Отлично. Но надо уходить, пока сюда не сбежались гиены. Можно пойти с тобой на пристань? Ты решила, куда отправишься? Найду того скорпиона и убью его. Я знаю, куда отправлюсь. На юг. Может, даже вернусь в Крокодилополис. Всегда мечтала работать в театре. А здесь слишком много воспоминаний. Не забывай про семью. Отец по тебе скучает, что бы ты там ни думал. Пришли. Береги себя. Спасибо, Баек. Я сберегу перо, чтобы взвешивать свое сердце. Ты настоящий герой. Ступай, Туа. Эй, ты! Стой! Еще одно злодеяние смотрителя. Эти греки оказались не в том месте и не в то время. Убежище смотрителя где-то впереди. Увидят, сразу накинутся.
А что случится с этим греческим заикой, что внутри? Его принесут в жертву Уанжит, когда придет смотритель. Жертва крови? Жрецы давно это запретили. Священные традиции наших предков осквернены лживыми учениями. Поэтому Уанжит оставила нас на растерзание греков. Ну, он не сбежит. Фрукты, зерно, вино. Должно быть, смотритель одарил своих людей. Греческий пес. И по делам. Он еще получит по заслугам, когда им займется смотритель. Что? Еще одно святилище Уанжит. Можешь встать? Хвала Серапису, ты здесь! Встать не могу! Меня... били! Тихо. Я вынесу тебя.
Пойдешь сам? Меня били, потому что думали, что я грек. Стой, ты не заикаешься? Я так испугался в тот раз и стал заикаться. О, боги, правда не сыскать. Ну, ты жив, Нанефер? Цени это. Я-то жив, но ход вещей нарушен. Ты ведь знаешь, Меджай, что все люди должны жить в гармонии. Пусть Серапис нам поможет. Культу Смотрителя пришел конец. Но Нанефер прав. Баланс в Египте нарушен. И виной тому Орден Древних. Thank you.
Аан, Ваан. Похоже, меня опередили. Катефрес! Нек, его нет. Нужно срочно выяснить, где он. Греческие поселенцы обрабатывают все больше египетской земли и теперь в Фаюме... Много свитков. Но как понять, где Хатефрес? Стоп! Перья! Почтовый голубь? Новый Фаюм — это мир и изобилие. Новый век процветания благодаря обширной... Чья-то кукла. Крокодил сильно пожалеет об этом. Богатство для всех! Вещи в беспорядке, но ни крови, ни следов борьбы. Может, он скрылся раньше? В свитках ничего важного. Пойду наверх. А, кто это сделал? Ты кого-то защищал? Чья-то кукла. Культура для всех. Объединенные знания Греции и Египта – залог нашего благоденствия. Фаюм, наконец, воспрянет над тьмой невежества. Греки и египтяне мирно живут рядом, соблюдая эллинские законы. Культура для всех. В городе стремительно расцветает торговля. Греческие поселенцы скоро сделают Фаюм столицей. Хатефрес оставил послание. Он успел сбежать, но солдаты схватили слугу. Если слуга еще жив, он знает, где хозяин. Должно быть, солдаты держат его в лагере. Знания Греции и Египта – залог нашего благоденствия. Фаюм, наконец, воспрянет над тьмой невежества. Греки и египтяне мирно живут рядом. Стой! Стоять! Стража держит ухо востро.
лучше не привлекать внимания. Что за египтянин у шатра капитана? Его так избили. Еле живой. Себе. Что ты? Выходи. Thank you.
Хорошо. Я рассказал все, что знаю. Кто ты? Друг. Жди и не шуми. Я вытащу тебя. Боги, спасибо. Ты от Хатифриса? Нет, но он мне нужен, чтобы отыскать крокодила. Поможешь? Хатифрис сел на корабль до Меридового озера. Торговое судно со статуей отмечено нашим знаком. Крокодил отправил на его поиски наемников. Мне надо спешить. А ты спрячься. Прощай. High position, get it. Так, теперь они прислали за мной египтянина. Что ж, я уже давно не проливал столько крови. Меня прислал Аполлодор. Мы на одной стороне. И кто ты? И зачем пришел? Я Байек из Сивы. Что ты знаешь о крокодиле? А призраки, что поставил Фаюм на колени? Зачем он тебе? Он один из тех, кто разрушает Египет. И я намерен истребить этих тварей. Байек из Сивы. Пойми, они очень сильны. Крокодил изменил не только землю, но и людей. Тех, кого не смог запугать, он заставил служить. И ты не знаешь, кто такой крокодил? Я украл кодекс у продажного греческого магистрата. Из него ты узнаешь, кто такой крокодил. А орден можно будет уничтожить, только если передать кодекс Аполлодору. Где найти кодекс? Сейчас он у моей жены Хинут. Пока птолемейцы ищут меня, она в безопасности. Я пытаюсь сбить их со следа. Вот. Отдай Хинут, и она поймет, что ты друг. Это для моей дочери. Заберешь кодекс? Иди на пристань на юге Евхимерии. Кстати, Байек, зайди на мой корабль. Там есть записи о делах, в которых может быть замешан крокодил. Может пригодятся, Миджай. В деревушках возле Псинириса пропадают люди. В караван-сарае все говорят про каких-то демонов. Демоны? Каковы они?
Стоит проверить. В чью честь эта святыня? Я молюсь за несчастных, погибших в пожарах в Дионисии. Кто-то сжигает их дома и дворы. Ты, Меджай, мог бы им помочь. Я постараюсь. Что ты делаешь? Я молюсь за тех, кто умер от чумы в Евхимерии. Их тела сжигают, обрекая души на страдания. Им никогда не попасть в поля Иалу. Я пытаюсь найти для них лекарство. Оно всегда есть. Нужно только разобраться. Сжигать тела? Что за безумие?
Уйди! Дороги! Хай decision гере! Дороги! Дороги! Этот юноша повинен в богохульстве. Его наказание — урок для прочих. Эй, ты! Стой! Mm.
Стой! Стоять! Нужно быть осторожным. Быстрей! Иначе все раскупят! Самые редкие сокровища! Мой силы! Эй, за сколько ты продашь мне этот знак? Нужно привести все в порядок и браться за дело. Не волнуйся, я не позволю им закрыть нашу кухню. Хинут? Да. Я от Хатефреса. Пришел помочь. Вот, кукла твоей дочки. О, я давно ждала вестей от мужа. Спасибо тебе. Поговорим за едой. О, она чудесная, Байк. Ее будут звать Исет, и она будет защитницей Фаюма. С тех пор, как Хатифрес заполучил этот кодекс, Фаюме стало неспокойно. По ночам всюду солдаты шныряют с факелами. Эти негодяи нашу кухню едва не сравняли с землей. Ну, хотя бы нас с Шадзией не трогают. Хатифрес об этом позаботился. Где сейчас кодекс? Я отправила самого надежного слугу спрятать его на нашей вилле. Они могут рыться там, сколько пожелают. Это бесполезно. Отведешь меня? Меня снова вызвали на маяк для очередного положенного допроса. Будь осторожна. Похоже, командиры подчиняются крокодилу. За меня не беспокойся. Не впервой. Они ни за что не посмеют тронуть представителя власти. Шадия, покажи Байку, где наш дом. Пойдем, дядя Байк. Наш дом видно вон с той крыши. Я покажу. Ты же не ба... Я за тобой, малышка! Веди!